Итак, у нас есть новые веерные грабли Офнер австрийской компании. Мы в первую очередь снимаем с них этикеточки, на которых указан штрих-код и адрес производителя. Веерные грабли имеют регулируемую жесткость и ширину. То есть от самых широких и достаточно гибких и мягких зубьев до узких и жестких. Черенок веерных граблей очень длинный. Это удобно для работы, не сгибая спину. Также здесь есть логотип производителя. И как же мы обработаем ручку? Обычное льняное масло из самого обычного магазина. Небольшой кусочек какой-нибудь хлопчатобумажной ткани. И мы наносим, растираем маслом на поверхность черенка. По мере необходимости добавляем масло столько, сколько нужно. Таким образом, нам нужно обработать черенок маслом не менее 3 раз. Это рекомендация производителя. Льняное масло не подвержено полимеризации, как масло, скажем, подсолнуха. Оно достаточно быстро сохнет. Вот так нанесен первый слой. Видно, что цвет изменился. Со вторым и третьим слоем цвет будет еще чуть более темный. Первый слой сохнет очень быстро. Это достаточно полчаса. И в течение, после нанесения второго слоя, где-то час. И второй слой будет сохнуть, естественно, дольше. И нанесение третьего слоя оставили на ночь, все это пропиталось, и можно работать. Ни грязь, ни вода больше этому черенку не страшны. Вот сейчас я его беру, это первая пропитка, он уже сухой. Но все равно мы оставим его на полчаса и повторим эту процедуру еще 2 раза. Сухой черенок, никакого запаха, никакой липкости. И можно будет пользоваться этим черенком, не боясь, что он рассохнется и потрескается. Спасибо, с вами был магазин Каду. Всего доброго, подписывайтесь на наш канал.